Вагнер Прадо! Антон Вязигин! Окей. Очень заряжен бразилец. Самая мякотка, она в главном событии. Очень неплохо, сразу с дальней ноги хай-кик от бразильца. Очень легко бразилец двигается на ножках, то есть очень чувствительный. Антон, да, что умеет защищаться, но получается у Антона, да, просто богатырской мощью он снес и его. И пошли молотки, пошли боковые, но... Антон действительно такой, ой, прекрасный зацеп. Если, например, Антон еще сможет сесть в маунт... В разы тяжелее, чем скинуть человека из маунта. Троллик менее эффективен. Ну, мост это такой, он держит плотненько позицию хавгали, чувствительность и подвижность бразильца, но после того, как на тебе... Первый раунд заканчивается очень... Поднимись, пробей! Так. Символично, я бы сказал, даже какой-то степени. Да, Вязигина! Да. Итак, друзья, второй раунд. Два нокаутера, на самом деле, два очень жирных. Руки у Антона достаточно вальяжно себя чувствует. Провокатив. Перелетела нога. Так, и сейчас будет попытка перевода. История первого раунда. И, пожалуйста. Дилет знает, что делать. Безусловно, знает, но очень непросто встать из-под Антона. Этим вроде бы не амплитудные удары, но их количество. По корпусу от Вязигина. Антона Вязигина, конечно. Нагрузил он бразильца. И здесь габариты решают, да, все-таки вот это преимущество в весе. Особенно в партере, если в стойке очень чувствительный и подвижный бразильец. Наконец-то он смешный. По ногам, как он двигается, очень... Пытался сейчас бразилец встретить, но прорвался Вязигин, правда. Достаточно отекший, он не форсируется. Эти двух мнений, да, два раунда за Вязигином. 100%, конечно. И 10-8, но это уверенные 10-9. Вот нам показывают наиболее Хотя хотелось бы, может быть, даже посмотреть рубку в стойке все-таки. То для нас это, конечно, интересно, но нет, этого не будет. Так, хороший. Как и в первом раунде, очень красиво. Ну, я думаю, что головой здорово контролирует правую руку бразильца. Да, к середине третьего раунда просто как накопилось. Он улучшает позицию и забирает раз. О, я, да, думаю, что сейчас это будет конец. Судья пытается мастить. Не может бразилец выбраться из этой позиции. Ну, там смотреть. Там жесткие локти идут. Да. От Вязигина. Времени еще минута с лишним. Да, стоп. Стоп, конечно. Все. Уверенно. Пасек. Рефери еще промедлил. Возможно, было бы еще хуже, скорее всего. Попытки для выхода. И я считаю, что рефери все сделал правильно. Не буду спорить. Вообще, я всегда, кстати, говорю во всех трансляциях по поводу остановок. Там какие-то бывают споры по остановкам боксера, бойца ММА, борца. Здоровье одно, и татами, рингом, клеткой не ограничивается ни в коем случае. Ну, здесь да. Здесь все. Вигину хорошая заявка. Уважение Вагнеру Прадо. Антон уверенно врывается в топ российских тяжеловесов, я думаю. С каким-нибудь тяжеловесом, с именем, так сказать. Невозможно, потому что, да, Алексей на контракте в лиге UFC. Мы знаем, что у них...